Сейчас. Я вчера была уже здесь, на этой сцене. Начала выступление с того, что спела много песен про разные явления природы, которые не встречаются в Шымкенте. У меня что-то типа продолжается, та же тема. Но на самом деле это не совсем правда. Песня, которую я спою, она будет про океан. А степь, которую здесь видно, если выйти за холмы, очень на него похожа.
Спасибо. Тут что-то с басами происходит на гитаре, невероятное. У вас в зале тоже это есть? Ну вот, вот чтоб вот это вот гудит, да? Пожалуйста, сделайте с этим что-нибудь, вот, звукорежиссера, потому что это невозможно совершенно. Вот эти вот густые басы, вот этот сабвуфер. Видимо, тут какая-то частота отражается. В общем, как-то можно прибрать низы, если вот получится, у гитары. Ну, пусть бог с ним, с басами, главное, чтобы вот гудежание было. Так, сейчас мне придется заглянуть в мой список. Но я его потеряла. Я потеряла список, боже мой. Ладно, буду импровизировать. Следующая песня романтическая. Про весну. Ну, условно про весну. Про раннюю весну. Реки города впадают в дождь, звеня. В этом мороке ты не найдешь меня. Но я стану стучать во все двери счастья. Стану искать тебя. Я буду искать тебя в каждом сне. В небе седьмом и на самом дне смысла ты идешь сейчас где-то, с тобой идет лето, и в следах твоих тает снег. Я знаю. Берите что-нибудь низ как-нибудь. Это можно сделать? Просто невозможно. А у меня нет тембра-блока. У меня есть только громкость. Я не могу прибрать низ на гитаре. Пожалуйста, сделайте что-нибудь, я не справлюсь. Но у меня вот здесь прям заводится. Хорошо, попробую. Не могу. Вот этот звук, он висит. Понимаете, у меня аккорд поменялся, а звук висит. Сейчас уберем. Пожалуйста, сделайте что-нибудь.
О! Совсем гитары нет или есть? Басы немножко есть? Хорошо. Спасибо большое. Фу! А Максат Расимбетов здесь? Да? Следующая песня уже с тобой. Как я хочу тебе петь, как будто здесь моя смерть, как будто здесь моя власть, крылами в небо упасть. Как я хотела бы знать все, что могла бы я знать, когда б мне было дано себя в полете догнать. Эй, 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 мы бредем, 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 продираясь вдвоем сквозь чащу и бурелом. Эй, 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 без царя и налегке, туда, где солнце встает в небо раскрытой руке. Сегодня в зеркале лет, сегодня в зеркале бред, сегодня в зеркале брод, туда, где нас уже нет, туда, где наш вчера дрожит на кончике пера. И не вернуть, не спасти, другие лягут пути. Эй, 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 мы бредем, 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 мы где молчим, где поем, но чаще курим и ждем. Эй, 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 вверх по радуге реке, туда, где солнце встает в небо раскрытые руки. Каждый выдох мой вдох несет меня на руках в густой траве в облаках. А чай исполню херувим за стойкою дешевых вин, и будет все хорошо, будет все у нас хорошо. Лишь бы хватило любви, любви, любви. И пусть где-то там пляшет палец на курке, я вижу, как солнце встает и наше завтра поет в небо раскрытые руки. В небо раскрытые руки. Сейчас я зову на сцену Максата Расимбетова. Мы сыграем одну песню, которую играли вчера. Она хорошая. Где твоя бумажка? Бумажка очень сильно ведет. Давай ее прижмем. Сначала с медленно начнем. У Максата есть гитара? Все в порядке? Thank you.
за руки, глядя на звезды с луной. И мне ничего не страшно, когда ты со мной. И мне так тепло, когда ты со мной. И если это сон, я буду петь, как птица, не открывая глаз. Если это сон, пусть он нам снится здесь и сейчас. Я верю в то, что смысл и мера вещей растут на грядках у нас среди других овощей. И нужна лишь немного тишины, чтобы услышать мотив и понять, куда нужно идти. Чтобы понять, куда ты хочешь идти. Фонарик вижу. Ну, поддержите нас. Ну, Даниил Павлович, что, пойдем? Спасибо. Сейчас будет песня историческая. Про трудности звукозаписи. Далекие, ну, 90-е уже, скажем, годы. А в 80-е все люди писались на катушечнике. Мы там в 90-е, ну, вот, как могли, короче. Сейчас вы все это услышите, да? Я так давно живу на свете. Четырнадцать часов сплошь.
разных гитар и голосов. 14 часов я прихожу домой, воняя никотином от перчаток до трусов. Я знаю, это соло будет сниться мне во сне, как будто сто чертей пекут меня на медленном огне. Соло! Комнатенки, усы, локоть, две колонки, ручки до отказа, в среднем два экстаза в час. По полу валяются записанные пленки, километры наших жарких музыкальных трасс. Вот такая студия, где словно хрен на блюде. Я, о, ой-ой-ой, я не знала, что так тяжело дается драйв. Еще одна такая ночь, я на танке въеду в рай. 14 часов гудящих хрипов и басов. 14 часов я падаю в кровать, как срубленное дерево тропических лесов. Но я балдею, как это классно, мама, со мной все ясно. Не ходите, дети, в школу, породите по рок-н-роллу. Рок-н-ролла! Без голоса. И кровь моя вода. Привет вам, жители страны. Я ваша новая. О, ужасно новая. Звезда. Ширяева, город Новосибирск, Максан Гасибетов, город Шымкент. Браво!